Тысяча рук держит государственный флаг России. В этом году он растянулся на 220 метров при ширине в 4,5. Поддержать патриотический флешмоб пришли представители диаспор, студенты и спортсмены. Я представляю боксерский клуб «Боевые перчатки». Для меня это как для любого участника честь здесь побывать. Это День России, этот день случается раз в году. И, наверное, здесь каждому участнику приятно побывать. У нас был даже такой небольшой конкурс, чтобы было очень много желающих. И мы выбирали лучших из лучших для того, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. В Ростове развернули самый большой в России триколор. Его площадь 1000 квадратных метров. Всем желающим флага не хватило. Больше 500 человек стоит и держит флаг, и огромное количество ребят, которые просто наблюдают за этим, снимают. И очень важно, что эта акция из года в год привлекает все большее количество молодых людей. Главные торжества Дня России прошли на новой площадке в парке на Левом берегу. Интерактив, выставка народного творчества, детская программа и много музыки. А гала-концерт «России. Время побеждать» пришли послушать тысячи ростовчан и гостей города. Мы с вами находимся в новом, совсем недавно созданном парке. Я иногда это называю новым Ростовом. Да, действительно. И сегодня, и в будущем мы будем создавать такие места, в которых будут приходить люди. Они будут жить, они будут отдыхать, заниматься спортом. И мы вместе будем строить новую Россию. Россия – это мы вместе с вами. Единство нашего народа, единство нашей страны. Вот что самое главное. В программе праздничного концерта было больше 30 номеров. Мария Индрикова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.